В Одинцовском округе завершился первый этап конкурса «Народный участковый 2022». В ходе интернет-голосования наибольшее количество голосов набрал участковый уполномоченный Немчиновского отдела лейтенант полиции Александр Щукин. Теперь ему предстоит второй региональный этап конкурса, который пройдет с 7 по 16 октября. Оставить свой голос в поддержку лучшего участкового уполномоченного полиции можно на официальном сайте МВД России.